Добрый день, любители рыбалки. Сегодня хочу с вами поговорить о крыле для снасти. Для чего оно надо? Бывают такие места, или злая бровка, или закоряженный какой-то участок дна, где просто необходимо, чтобы моментально груз выходил на поверхность. Или трава, которая мешает выводить рыбу. И в этом случае можно применить крыло. Вот это крыло я испытывал на трех последних рыбалках. Вот как оно выглядит. Вот груз. Вот само крыло. И для того, чтобы оно не крутилось, такие вот уздечки сделал. Проверил. В принципе, работает неплохо. Теперь я хочу рассказать, как я его делал. Значит, нужен для этого пластик. Можно его взять с бутылки. Можно, вот, как вот у меня есть кусочки вот такие вот пластика. Размеры тоже. Опытным путем у меня получились 8 сантиметров на 2 и на 4. Значит, здесь, вспоминая математику школьную, делаем прямоугольничек. Из прямоугольничка трапецию. Вот эти крылышки у нас получаются по сантиметру. Вот эти вот. И прямоугольник. Размечаю все это при помощи маркера. Отметил. Беру ножнички. И вырезаю. Далее сделать разметку. Здесь середина у нас здесь. И середина у нас получается вот так. Это для чего? Для того, чтобы отцентровать его. Чтобы при выматывании ее не крутило. Теперь намечаю, где будет у нас отверстие. Здесь отверстие. Вот эти вот два для уздечки. Далее здесь. Теперь здесь. Здесь. Вот это отверстие будет для низа. И вот здесь два отверстия. Вот таким вот. Вот так делаю. Теперь, что надо? Надо свечка. Потому что пробовал я эти отверстия просто пробивать шилом. Пластик начинает ломаться. Так что лучше нагревать шило. Пробивать отверстие.
Все, где-то так. Теперь беру леску 0,8 на макушатнике. И начинаю ее заплетать. У меня получается вот здесь вот выгиб вот такой вот, видите? Она немножко выгнутая, выгнутое крыло. Поэтому я ее беру с-под низу. Для чего? Для того, чтобы при подтяжке она сошла вверх вот так вот. Так. И будем заплетать ее. Почему столько много отверстий? Ну, это для того, чтобы дополнительно крепление, чтобы крыло не крутило. Тут самое главное убрать верчение, чтобы не было у нас пропеллера. Потому что весь смысл тогда исчезнет этого крыла. Но, во всяком случае, когда я его проверял на водоеме, кручения никакого не было. Очень прекрасно выходило из воды и выскакивало грузило. Так, теперь ставлю грузик. Вообще нет. Сначала мы сделаем уздечки. С грузиком будет неудобно. Так, тут делаю петлю. Снасть получается вот такая. Обрезаю кусочек лески для уздечки. Так. Запускаю ее снизу. Так, она должна выходить вместе с основной леской. Поэтому запускать ее надо сверху. Сверху. Вот так вот. Вот так получается уздечка. Вот здесь сантиметра, наверное, 10 оставляю. Короткая получается, она плохая уздечка, ее начинает все-таки закручивать. А когда длинная, то ничего, нормально. И делаю нижнюю теперь.
снизу ставлю груз мокушатный, 3 оборота лески для узла, затягиваю узел. Ставлю клипсу, поводок, все. Вот смотрите, что получается. Вот такой вот мокушатник с крылом. Вот при подсечке наш груз выходит на поверхность. Я вам сейчас покажу, как это делается. Все. Будьте здоровы. Ни хвоста, ни чешуи. Нравится? Подписывайтесь на мой канал. Впереди будет еще много-много интересного. До свидания.